Give it to me like... Всем привет! Проснулась, блин, раньше будильника ненавижу. Но у нас тут хорошая новость. Пришел мужчина. Это, получается, вот сосед, который сидит. У него есть мать. У матери есть мужчина. Я не знаю, женаты они, нет. Вот, и так как их сынок много тут косячил, и плиту там засрал, и все, и вот они... Принесли плиту, установили. Слышу, утро. Часы там, блин, насчет газа общаются. Я всегда боюсь эти моменты, потому что, ну, как бы это важно. Вот, он в прошлый раз там что-то ставил, какую-то старую плиту, потом воняло газом. Я думаю, блин, сегодня у Игоря день рождения, мы хотим там вечером в духовке что-то сготовить, сейчас что-нибудь накосячит. Я Игорю говорю, блин, вставай, иди посмотри, что они там делают вообще, ну нафиг. Ну вот, ну, вроде слышу, что все хорошо работает. У нас 9:30, я хотела хотя бы до 10 поспать. После легли вчера, пока дубок еще. Вот, так что да, сейчас, наверное, скоро после 10 буду звонить маме, узнаю, что там, как у нее дела, выписывают ее, нет. Что вообще доктор говорит. Так что да, я на диване спала, ушла утром, под утро, потому что у меня что-то... Не очень удобно было спать. И иногда нужно сменить место. Такое бывает. Сегодня у нас завтрачек. Сейчас кофеечек сделала большой. Может, даже мы на двоих попьем. Большую эту. Ой, так ногти нравятся вообще. Вот как бывает на жизненном каком-то пути ты меняешь. То тебе короткие нравятся, то ты длинные хочешь. Помните, я палец вывихнула, до сих пор болит вообще. Короче, у нас тут колбаска, икринка вот такая вот, вкусная, криль и сырок. Ой, это теперь мой фаворит просто по сырам. Творожный, сливочный от Хохланд, вообще просто супер. Вот, сейчас будем завтракать, так что всем приятно, что у нас есть булочки такие, ромашка. Так что завтрачек у нас с мужем. Игорь отправился в парикмахерскую, хочет подстричься, уже оброс. А я делаю макияж, вот уже одну стрелку сделала, такая классная получилась, по-любому сейчас здесь будет не очень. Я параллельно смотрю Катю с Ваней, Катя родила девочку, и такие приятные сейчас влоги. Вот, смотрю влоги, короче, собираюсь, крашусь, уже созвонились с мамой, вроде выписывают, но попозже, то есть к обеду ближе, там сейчас обход и все такое, так что... Пока собираемся, делаем свои дела. Мы позавтракали, повесили белье, заложили стирку. Сейчас привожу себя в порядок, чтобы я уже была готова. Потом там по работе смогу какие-то моменты сделать, пока ждем. Вот Игорь пошел постригаться. Так что такой денек у нас. Я не помню, я тот раз вам все-таки показала вот эти украшения, которые Игорь мне на 14-е подарил. Вот так это выглядит. Здесь, получается, сережки и такой кулончик на цепочке. Даже можно сказать чокер, он короткий. Вот там цепочка, вот очень все очень красиво. Вот не знаю, даст ли мне сегодня мое ухо больное одеть это все. У меня болит ухо, заросло, я его прорвала, так скажем. Теперь болит, конечно же, но это очень красиво. Вообще из серии, как у Насти, сережки вот эти вот. Они у нее более длинные, такие более такие женственные. Вот, а у меня такие более лаконичные, простые. Вот, очень хочу. Одеть. Тот раз, когда я фоткалась, одевала, и ухо одно заросшее было, одевала только одну сережку и кулончик. Ну, так что посмотрим. Игорь уже пришел, подстригся. Потом вам его покажу, вот он тут голышом ходит. Вот. И сейчас пропылесосить чуть-чуть. Мы вчера убирались, но уже столько мусора нападало, что он хочет чуть-чуть пропылесосить. Я смотрю Катя на влоги, тут по работе чуть-чуть. Время у нас уже первый час. Ждем как бы звонок от мамы, когда ее выпишут, и поедем за ней. Мяу-мяу, размялкался. Короче, это, мама позвонила, сказала, что выпишет ее только где-то около 4. Сейчас у нас час, мы думали, конечно, пораньше, но подождем. Я, кстати, одела свои сережки, супер вообще. Чёрт пылесосит. Игорь, разница, что мусора много, вот.
Так вот, и мы собраны, у нас, в принципе, все готово, все чисто. Сейчас еще одну стирку заложили темную. Вот. И пока есть время, конечно же, буду работать. Вот, смотрим тут параллельно кухню. Я сижу за креслом, за игры компьютером, потому что мой очень слабый этот ноут. И он не тянет даже программки мои. Ну, поэтому он подходит для такой более работы простой. А вот уже с логотипом в иллюстраторе работаю, нужен более мощный. Вот. Настроение что-то так себе, честно. Много так факторов, которые мелких влияют. Вроде ты стараешься как-то быть на позитиве. И очень хотелось как-то сегодня красиво накраситься для игры. Но как-то все равно настроение что-то не супер. Не знаю, много факторов. Работа, там свои моменты. Плюс, не знаю, у нас там свои терки с братом, с моим. Как-то это все. Ну, короче, есть такой осадок на все это. И настроения, конечно, вообще нет. Мы думали, что мы маму выпишут, мы поедем к Насте с Димой, там посидим, типа по-семейному. Но вообще все не так получается. И вообще не знаю, поедем мы туда или нет. Вот. Ну, короче, как всегда, планируешь одно, а получается по-другому, и тебя это расстраивает. Ну, это так. Настроение, короче, не очень как-то сильно супер такое. Погода такая хорошая. Муж родился сегодня. Вот. Все равно вот бывает вот внутренне вот что-то не то. Где там маленький котик? Что там сидишь? Приближает, нет? Нет. Кс. Сирика. Ш. Так что поработаю. Мне нужно внести правки по логотипу. Логотип готов. Там есть какие-то моменты мелкие, которые нужно сделать. Вот, так что сейчас буду делать. Вот такой вот логотипчик я сделала, но мы его сейчас будем видоизменять. Клиент просит убрать аутсорсинг, сделать это в кружке и как-то по-другому поиграть, короче. Так что вот у нас под цвета сайта все сделано. Вот, сейчас буду его совершенствовать. Ну что, я собрана, так сегодня выгляжу. Одела украшения, новая кофточка на мне. Такая прикольная, по-моему, она. Блестит так красиво. Короче, новые джинсики. Вот, так что все в новом. Прикольно. Сейчас еще обувь новую одену. Нравится макияж, какой сегодня сделала. Прям так все сочетается. Как-то прикольно. Кофточка блестит. Мы сейчас будем одеваться уже. Мы пораньше сейчас выходим. Мама еще пока не звонила, но мы хотим... Короче, не спеша все, чтобы не потом мама позвонила, и мы уже ринулись. А мы сейчас не спеша выйдем, может, где-то погуляем, чуть-чуть пофоткаемся. Мы прошли съесть булинчик, вот, потому что у нас дорога, а потом еще пока доедем, пока то, пока все. В общем, кушать пока будем попозже, вот, и решили взять булинчик. Сейчас ждем заказ, заказали. Игорь, говорю, включи первую попавшуюся песню. Попалась это. Стоим, ждем такси, сейчас едем за мамой. А, ты не специально? А вот стоим, сейчас за мамой едем. Мама уже отзвонилась. Хорошая погода, вообще такое солнце, такое красивое небо. Вообще, красивый муж подстриженный. Посмотри сюда. Мы уже приехали, ждем маму. У входа тут стоим. Сейчас она уже должна подойти. Купили тортик. Нет. Нет. Идем. Тортик такой красивый купили. Уже пришли. Таська тут что-то там кашеварит. Готовит, готовит. Подарочек подарила. А что это? Маме? Нифига себе. У меня тоже горло першило, Настя. Нет. Че, она вообще что-то сама? Тут мясо тоже покупное, он просто греет. Торт, Игорь, распакован. Настя, смотри, какой мы тортик купили. Взял пломбир? Мне кажется, вкусный. Игорь, тут подарочек задарили. Кошек будете? Нет. Кошек? Кушать. А, я не хочу. Ну да, Димке ставь. Ну тогда чай попьем. Чай.
Надо ехать. Так. Такой красивый, такой пушненький. Типа рожки, да, мороженое такое? Типа мы испекли, да? Да. Как пышный получился. Вон оно как. Даже крем пожалели. Не промазали. Ну, чтобы не обожгло. Мы в балконе, ты что не помнишь? Мы приехали к Настике, заехали, а Дима на работе. Вот, так что мы вчетвером. Таня тоже на работе, да? На учебе? На учебе. Вот, так что вчетвером. Она же не кислая, не как кефир, и не пресная, как молоко. И для них, для пищеварения, вот это лучше. А я ему давала, у нас мама передавала молоко в бутылках. Ну, она немного подкисла. Она такая большая машина приехала. Там столько сумок у нас, смотрите, офигеть какая. Вот, садимся. Залазь, мама, я там обойду. А, залазь в серединку, давай. Давай ты в детское кресло, мама. Смотрите, какой надо подарок. Надо на Эльтон ехать. Вот. Подарок. У кого какая проблема на Эльтон? У ты того, подарок. Ну, нет, ты едешь, все, блядь, да? Мы уже дома. А еще что? Духи открыли, вкусно пахнет. Конфетки у Игоря. Ну, у кого какие проблемы на Эльтоне? Тут все зависаем в телефонах. Маме прислали карту Тинькофф. Дебетовую теперь у нее будет, потому что там прикольные бонусы. Я обожаю эту карту. И если вам надо, пишите, я дам классную ссылочку с бонусом. Вот, и короче, оформили, сейчас привезли нам, пока получили, пока там. Игорь уже ужин поставил, готовится в духовку, в нашу новую плиту. Вот, так что вечер проводим тут. Разбираемся сейчас с карточкой. Вот, короче, скачиваем приложение, Игорь на Wi-Fi делает. Вот, как-то так. Мы с мамой сидим, она показывает, видео снимала в больнице. Там такой шикарный ремонт, такие панорамные балконы, короче, я вам ставлю. Показать. Ага, да, welcome. Москва. Конечно, мы никому не желаем туда попасть, но зато условия хорошие. Да, если туда попал, блин, хоть чувствуешь себя человеком, блин, а не... Приятно находиться, да, короче? Вообще классно. Потом палата еще у меня есть. Чамблер. Мама говорит, может, шалаш? Чамблер. Короче, я вам ставлю видео, чтобы вы нормально посмотрели. Может, интересно кому. Without feeling when I'm alone, I saw they will be happy no matter what they say. I wanna hold you, baby. I only sing about you. Nobody knows how we've been together.
готов уже ужин. Картошечка у нас с курицей и сыром. Это шампасик, у нас шампусик, там вино. Вот. Такие закусочки, конфетки. Я вот тут вот сяду. У нас просто стул. Армянск? У нас просто стул. Стол маленький, поэтому мама с Игорем тут сядут, а я тут с крышкой. Да, неудобно за ним, маленький. Серик ел, кинули бумажку, и он среагировал. Короче, еда не так важна, как игра. Игорь тут вино открывает. Да, Игорь? Так, мы сегодня отмечаем втроем. Так странно, кто бы мог подумать, да, Игорь, что так будем с мамой отмечать. Что приедет, так это... Все так совпало. Ну да. Вкусно пахнет. Малинкой. Да, малина чувствуется. Да. А я шампанское хочу. Надеемся, вкусно будет. Бахай. Ну, так не сильно. Красиво так вообще. Смотрю, какую-то программу про дальнобойщиков. Да? Ну, кем кто же там снега, как прогресс. Да, пробка такая неудобная. Мы отмечаем, короче, с днем рождения, Игорь. Давайте стукнемся. Давайте. С днем рождения!